Осуждаю. Поддерживаю. Компы осуждают тоже. Компы поддерживаю. Но те компы, которые компьютер сильно на моем компе, они осуждают. Компьютер сильно на твоем компе отсутствует сейчас. Сейчас есть компьютер сильно на моем компе. Ну, получается, ты выиграл, да. Да ладно, быстренько. Во-первых, быстренько, во-вторых, реально, чел, одну. Мне надо сегодня не только поиграть, но еще хоть что-нибудь еще успеть. Поэтому сегодня одну. Оп. Чел, я никогда не прошу вторую карту. Никогда. Я иногда поддерживаю, но никогда не прошу. Сколько будет каток, это зависит только от одного человека из нас двоих. От его, так сказать, анальной устойчивости. Катка будет одна. Посмотрим. Так, это не филорки, уже неплохо. Nightborn. Уже жить можно. Nightborn. Как тут заменить Сюрвича? Или Nightborn? Нет, это Void Elf. Nightborn это вроде не Сюрвич. Блин, это Аллерия. Господи, ну ладно. Теория. Нет, Аллерия, по-моему, это Сюрвич. Это что-то другое. Нет, у меня Мрат. Нет, Мрат это Дриней. Ты хочешь сказать, что у меня Сюрвич? О, что у меня не Сюрвич, что у меня и Аллерий нету, и Ирви. Что у меня вообще есть? Так, возможно, какие там расы? Я. Ну, у тебя какой-нибудь акулец, вот это, по-моему, твое акулец. Кто-то там еще. Короче, а, акулец. Вот этот Ворфус какой-то... Понятно, все. Постройка завершена. Так кто у меня снизу? Ой-ой-ой-ой-ой, full of shit. Главное, что компы, по-моему, на гномах реально берут постоянно одно и то же улучшение. Не все магов улучшают, у них снова улучшенный маг. Это рандом, они, по-моему, ракетки брали на гном. Гномы не умеют брать ракетки. А, это даже не дворф, это гномы. Потому что слева... Это а, гном. Слева Вильдхаймер, кстати, Витёк. Надо пушить компа. Ну, но я уже тебя отправил раз. В барак, но надо в компа было. Ты кто там? Ох. Там разбойник. Но разбойник тоже опасный. Похуй. Короче, в компа сейчас строимся, Витёк. Да. Тот, кто строится не в компа, тот, получается, в крысу строится. Правильно? Так, так, так. Записано. У меня не было денег на барак в компа. Зафиксировал. Зафиксировано. Вот так вот мы, значит, заявляем, что строится в компа, а потом в крысу Витька идем, правильно? Подписчики знают, что я никого не обман. Подписчики это, так сказать, финальная инстанция, это вот последний оплот честности.
То есть это как присяжные независимые, понимаешь? Они как А бы что ж тут присягнули сказать? на верность. Пристегнули. То есть, если тебе нужен как бы независимый арбитр, просто пиши моим подписчикам в комменты. Они все тебе разъяснят. Как все есть на самом деле. Блин, у меня башенки стреляют непрерывным потоком мочи. Это же ужас. Рельсы шпалы кирпичем. Хотя это не ужас, но это просто странно. Блин, серьезно? Опа. Надо было... Опа. Витёк, надо было тут влево, потому что я ни одной нейтралки не захватил. Слева. Опа, ну ты справа захватил. Это ошибка была. И вот это была ошибка. А у меня юниты дешевые. Я себе... Кстати, не знал. А ты их больше можешь покупать или столько же? Нет, я столько же могу покупать. Но они дешевые. Ну так-то приятно. Нет, Витёк, приятно это вообще не иметь проблем с деньгами, когда тебе хватает даже на дорогих юнитов. Блять, говно. Ты первым бараком сделал? Здорово, третий барак в Мишаню. Да-да, компик пошел в этого. Мы реально по циклу, видимо, отправили друг друга по часовой стрелке, получается. Главное, что комп очень быстро прошел. Ну, у них там был первый барак. Видимо, ну, синий стоял уже под бараком красного почему-то. Ну, видимо, да. То есть скорость такая, что он реально уже стоял под бараком. Ладно. Почему же третий барак в Мишаню? Случайно получилось. Решил проверить тебя на прочность. Я не самый прочный на свете для того, чтобы такое говно выдерживать. Ну ничего. Блин, мне по центру прокушались. Красиво. Настолько быстро барак закончился, что я даже не заметил. Блять, по центру пропушили с окном первым бараком, что ли? Что-то пропушился по центру. Это же серьезно. Ну я испугался, потому что если бы там прошел второй барак, я бы его потерял с центральной, скорее всего. Это типа есть маленькая ульта, ну замечательно, конечно, для дефа. А с большой что случилось? Вилдкамер просто на старте сильнее меня. Не могу сказать то же самое по гномам.
язык, так сказать, не поворачивается. Ну, кстати, учти, там в центре проходной двор, сейчас гном тебя первым параком подпушит. Гном, да, я про гном уже все понял. Ну, ждем теперь, что гном спушит красного, а красный спушит меня. А я тебя не спушу. О, у меня же флинт есть. Я забываю, кто это. Ну, там, правда, на центре вообще никакого сопротивления нет. Ну, вот чан пошел. Чем, скорее всего, насквозь ко мне пройдет. Исследование завершено. Гном все еще на центр идет первым бараком. Я не знаю, куда он деньги тратит. У него, конечно, есть второй мейн. Может, он научился от ошибки, ну, с потери барака от тебя, а в итоге апает про нюс дань. Чтобы в следующий раз брони было достаточно. Видит, насколько у него прокачан. 3-3. Ну, это слабый уже аргумент. У тебя есть, как бы, извини меня, у тебя суммарно на улучшение бараков потрачено как минимум 1000, 1500, 3500. А у гнома 1000 только потрачено на улучшение бараков. Он даже на тебя не успел лапнуть второй? Нет. Нет, может, и успел, конечно. Может, ты успел? Но... Не, погоди, ты можешь определить, ты можешь посмотреть, идет ли к тебе... Нет, вроде не пососич идет. Первого уровня или второго? Нет, вроде так, не. Так, оба мне по герою сделали, значит, мне надо апнуть мейн. Желательно. Чтобы контрпикнуть. Ну, чтобы просто быть готовым к двум героям. Исследование завершено. Смотрите, ковичок не дефается от меня флинтом. Это интересный мув. Флинт же лучший дефер. Я флинт на центр оставлю. Мне там сейчас лочан идет. Ел в тузат. Двор сейчас мейн просто потеряет. Есть некоторые ощущения. Ой, не двор, а фулл оф щит мейн. В катке реально слишком много гномусов. Постройка завершена. На самом деле, если они спушат лача, ой, то есть, короче, не спушат красный, ты будешь в самом выгодном положении находиться в этой катке, потому что гном, я уверен, вообще отлетит там в ближайшие минут 10. И я просто буду со всех линий принимать красного. Вот у тебя будет свободный центр. Если я отлечу, ты тоже будешь со всех линий принимать красного. Ну, это тоже сложно поступить. А, на меня
красный Аскут сделал третий пара. Он должен тебя сделать третий пара. Почему у тебя башенки стреляют в другую сторону? Ладно, видимо, это не моего ума дело. Что значит башенки стреляют не в ту сторону? У тебя башенки почему-то стреляли... Моя башенка стреляла влево, в сторону другого барака. Я видимо, понял, что это тоже проблемы какие-то есть. Ну, слева у барака ХП меньше, чем вот справа, да. Сейчас мы это исправим. Это досадное недоразумение. А ты станчик, я понял. Записал. Prepare Justanus. Блин, ну как можно быть таким душным, я не понимаю, ну что ж такое-то? О, нихуя себе барак там летит. Я вообще не слежу за тем, что происходит. Это еще у меня юниты какие-то все еще живы, которые стоят под станом. Красиво. Ну столько лет же до 8 уровня с первого докачался. Я за него рад. Какой же эльф крепкий, блин. Дефучий. Ну что, Флинт оф Деф получается? Да. Ну, понимаю, я башенками же тыкал на твоего героя. В итоге барак потерял половину ХП, башенки фуловые. Непонятно, как так получилось. Непонятно. Чего меня вынудили от моих принципов отступиться, я на центр третий барак самый последний сделал. Кассан. А кто у тебя Кассан? Файтер? Нет, лаг, скорее всего, что тут саппорт лезет. Но... Не помню, маги же обычно саппортят. Да. Он посапарчивает. Может быть лучше сапорца. Чем посаппортить окульца? Посаппортить окульца. Ой, блядь, а что это пацан тут пришло? Он еще придет, судя по всему. Там по центру Котлетус. Сейчас будет важно, куда перенаправляться будут мои юниты. Потому что кольцо-то пизда. Этого, так сказать, увозить. Просто Лачан вообще не хочет с центра уходить, он каждый раз подсылает мне микрокотлетчи, но при этом сам, блядь, Лачан тупо качается на центре. Паскудыч. Ну да, если бы вот, хотя бы и... ХП терял, было бы интересно. Так у него самохил хороший. Я же, скорее всего, без посторонней помощи ХП он не потеряет.
Там гном решил ему героя послать, но, по-моему, гном только даст ему хп, потому что он апнет ему пару уровней своим героем. Исследование завершено. Между прочим, гном, кстати, вот барак со стороны красного, гном потерял им 0 хп. Зато мейн почти потерял. Богине нужна моя помощь? Гонец прибыл. Богине нужна моя помощь. Ну а Лориэль чем-то интересным занимается. Отлетает. Угу. Каждый развлекается как умеет. Ну опять пушит барак. Нет, не закончилось, кстати. Идем по очереди, Лола. Ладно, я записал. Башенку пошел. Тупо записал уже. Слушай, если бы они пошли пушить барак, барак уже была бы пизда, так что то, что они перенаправились на башню, это успех. О, нифига, там гномский герой так-то держится на цен. Вроде гнома сейчас мейна не останется. А, по-моему, блять, левого барака тоже не останется. К сожалению. Некоторые проблемы. Некоторые проблемы с наполнением, так сказать, ощущаются у гнома. Внутренней составляющей. Бедный внутренний мир? Нет, он-то как раз не очень бедный. Весьма и весьма обширный. Вот другие проблемы. Главное, чтобы другого. Ошибок. Я всегда считаю, что главное, чтобы не было ошибок. Ошибки — это худшее, что можно иметь в катке. Нет, худшее, что можно иметь в катке — это филорк. Ошибки — это вторичные. Филорки — это лучшее, что можно иметь в катке. В одном считает, что худшее, что можно иметь в катке — это мои. Нет, все еще не отлетает. Блин, какой же у него мейн живучий. Бам. Да бам, я сказал. Бабах. Все. Че к дому вообще осталось? Ну, два барака. В две стороны. Еще так гном вообще не сопротивлялся. Даже немного стыдно, что это было настолько легко. Ну что, верим? Блин, первого уровня, но, кстати, верим. Потому что у меня герой не очень тебя хорошо чувствует. Shadow War. Так, он уже апнулся? Блин, так летает. Он уже апнул уровень два раза даже. Он отлетает, все-таки, как и должен делать в такой ситуации. Докачался до 4 уровня, как... Так. Алло. Все, летели.
Ну, кстати, возможно, Интус баунти мне даст. Будет баунти? Будет. Плюс 300 баунти. Туда. Ну и на этом можно, так сказать, пуфать. По заветам. Ну слушай, я думал, что будет хуже. Я в целом считаю, что Флинт план выполнил на 200%. Ну что, еще и выживет, серьезно? Он еще и выживет даже, да. Ну это ненадолго. Претензий к Флинту, так сказать, не имею. Так, куда-то пошел этот Лакир. Да, интересно, пошел. Это Фальстат был. На меня пошел Фальстат. Лакира я звука не слышал. Да? Слышалось? Я не слышал звука Лакира. Вот. Лачан так и не придет ко мне, видимо, в этой катке. Ему на центре слишком, блядь, кайфово. Ну, кстати, так-то Дворфи сейчас пушит, по-моему, к красному нижний барак. Забавно. Пушит же. Причем барак четвертый, ладно, в нем еще тоже четвертый. Ну, спушит, спушит. Давай, давай, давай. Настал час последнего. Так, здорово, товарищ Жмышинус. Здорово. Это вопрос такой. Мы не хотим в реале собраться на столочке похерачить. Это сегодня? Ну, можно сегодня. На выход. Можно. Ну, смотри, я могу собраться завтра вечером, могу к тебе прийти, когда, типа, волейбол, во время волейбола обычно могу. Примерно в это время подключить. Вроде 6, короче. Ну, звучит адекватно. Ну вот. Я не знаю, как мешать. Я о, пока не смотри. Хочу ничего. Я не хочу не отлететь. Я смотрю, там происходит активная подготовка к научке. Там отдых. Не так. Ноу, нет. Кстати, открыл вчерашнюю вашу катку на ютубе. Посмотрю, справа Филорки, но Филорки почему-то не я. Да, и не я. Почему-то что? Наконец-то был показан мастер-класс Филорков. Давно не было. Произошел ровно тот же результат. Я придерживаюсь одной и той же политики по отношению к Филорку. Если Филорк доживает до лейта, это означает, что Филорк играл очень плохо. Больше это ничего не означает. Никакие другие выводы нельзя делать по Филорку, кроме так не было. Понимаю. Ой. О, после этого еще будете? Ну, я до 6 свободен. Мишаня хотел одну сыграть. Ну, я... До 5 более-менее. Блять, у меня элеватор отлетает от обычного гномьего героя. Зато ко мне
уже прокачанный побежит. Она в итоге забрал. План плачам работал. Плюс баунти, плюс баунти. Плюс чуть нихуя себе. Элеватор реально 4 уровня докачался и сдох. Блять, пиздец. Ёбаный элеватор. О. О. Эльфам могут веры. Так кто интересно говорит. Кто угодно так скажет. Любой дварф считает, что эльфам нет веры. Исследование завершено. Никакого пушка бара. Пушка да. Так, пошел, молодой, пошел. Давайте, прекрати, блядь, покушать. Покрутил на центр. Гном отдохнул. Гном вообще сильный в дрейфе. Угу. Здесь мы против всех, кроме разбойников. Разбойников не очень. Видимо, просто гномы слабы против разбойника. Оказалось, что гномы сильные в дрейфе, слабее, чем гномы слабы против разбойника. Возможно. Сколько у него юниты прокачаны? 6.5? Жесть, чел с юнитами 6.5. А, кстати, забавно, что красного тоже юниты нихуя не прокачан. Ой, же он. Как его зовут? Аномалючий. А гном еще антигерой скипнул. Исследование завершено. Исследование завершено. Нельзя стримить, что ли, в Дискорд? Чем? Нет, код на нем нужен. Не мара. Конечно, отлетит барак, который, блядь, бичусь не надо. Блядь, нет, нихуя, нихуя, блядь. Нет, Гашан, сори, пока тут что-то улокировано на моей базе другие планы. А у тебя никакие.
Да. Вниз? Серьезно? Призванный по центру. Призванный, блять, по центру. Флор элеватор. Отдефался. Снизу никого не было, и он просто пошел вниз. Умом. Написано. Ну это в целом действительно умом. Внизу, скорее всего, проще качаться. Но флор элеватору, мне кажется, нигде не проще качаться. Грубо говоря, ты выбираешь, он на рандом кому-то из остальных отдастся, или он просто отдастся гному. Эх, Лакир, блядь. Он не факт, что отдастся гному. Он отдастся гному, он уже один раз пришел к нему, докачался до 4 уровня из 2. Уже через это проходил. А Макс зеленый или красный? Макс зеленый. Так, принт пошел дефать по классике. От него стоило ожидать. Да. Надо выцелить сейчас героя. Так, пошел с пушбара открыт. Ну, наверное, тоже стоило, блять, ожидать. Двух героев не хватит на то, чтобы мне барак спушивают. Реально спушит барак, что ли? Вот эти вот ебучие ускорения, там они очень сильно проходят сквозь защитников. Элеванта пережил гнома, я этого не ожидал. Это, а, кстати, реально элеватор, очень битый элеватор пережил гнома. Он такой же битый был, набитый. Может, но он еще и Лакира переживет, потому что Лакир отлетел хорошо уже. Так. Ну, блядь, какой-то, блядь, станчик. Иди нахуй, Алуриэль, блядь. Пошел. Элеватор не захотел жить. Ох, сейчас будет какой-то рофл, потому что... Надо по центру дефать и снизу дефать. Надо подефать по центру. У меня три героя наверх идет почему-то. Ну давай попробуем. Блин, ну он, конечно, пиздец душит, я не знаю прям. Ой. У меня три героя наверх идет. Интересно. Ну снизу вообще непонятно, как дефать. Если у меня кто-то успеет вернуться. Там, блин, чел не потерял у барака 1500 хп оставалось, когда гном его пришел. Ай, блядь, ну за что? Там еще герои быстро так не вернутся, скорее всего. Ну, лифт прям спасает барак как может. Ну, лифт-то ладно. Ну да, тут что делать? Вообще непонятно, как дефать. То есть, допустим, я хорошо Лакира убью, но тут еще герой стоит, типа. Ну каким-то сразу на мешкане пошел. Только если я перенаправлю на башенки каким-то хером, ну, да? На центр надо редиректить, чтобы еще сверху заходили ребята. Так, у меня кто-то вот умирает. Отлично, Флинт вернулся. Ладно, вроде дефл. Я еще Мишане бы барак снести, но, видимо, нет. Ну, там идет Керномолс. Видимо, нет, да. Но, походу, Мишане мне все-таки скушает сейчас барак. Не очень понятно, как я должен хуйню дефать. Ну, герои с центра. А, ну, нет, там барак совсем. Нет, нет, нету вообще нигде героев. Нет, тут без шансов, скорее всего. Мне сейчас надо не потерять, типа, совсем все, видимо, от Мишани. Ну так, это интересная карта. Я думаю, что, скорее всего, он выиграет, потому что Мишани сейчас меня оставит с одной... с двумя бараками. Похоже на правду, да. С
Непонятно, видимо, можно было Флинта не отправлять вниз, но какая разница, если бы Аномулуса не убил. Ну, там еще с героем дополнительным. Причем, фраза «я бы все равно Аномулуса не убил» — это самая позорная фраза, которую можно сказать. При этом она справедлива абсолютно. Ну, еще этот барак фуловый, если бы я снизу подходил. Угу. Хотя, возможно, такими темпами реально Мишаня выиграет. Типа, сейчас компа, допустим, подербанит сильно очень. Он компа... что не потеряет. Но если здесь пушишь компа, то хорошо, Мишаня, конечно. Ну, я не верю в это, но если он вдруг потеряет барак на Мишане, то это, конечно, легкое будет решение. Призывай все. Барак уж явно будет. Да нет, нет, понятно, я... Пока барак отдыхает. Ну, все, ну, просто барак пошли пушить. Или мейн. Бля, ну если мейн, то это охуенно на самом деле. Никто не ударит барак пару раз, да? Ну, у тебя также, блядь, барак вышел, будем честны. Давай, мейн. Почему по нет центру проходит? Ну что ты, Мишаня, ёбаный. Ну, не, ну потерять барак, ну блин, вот это говно, вот это полное дерьмо, если что, прям дерьмище. То, что у меня и мейн не умер в итоге, и барак сейчас умер, блядь. Я думал, типа, и мейн умрет, и барак умрет, и да, все умрет. И это полное дерьмо. Не, ну слушай, это... Я не понимаю, довольно... нет. Ну нет, если нет, бы нет, они нет. Сейчас не прошли вперед... сразу же. Нет, непонятно. Почему они перестали бить мне мейн в какой-то момент? Почему они решили спушить мне барак? Непонятно. Ну, это непонятно в моменте, но в целом довольно справедливо. Когда сверху идет огромная волна, и у тебя там дохлый барак, то, что у тебя умер барак, а потом мейн, это довольно ожидаемое. Довольно ожидаемый результат, скажем так. Не-не-не, хуйня полная, на самом деле, не знаю. Короче, когда у Витька что-то не то происходит, то это херня полная. Когда у Мишани... Чувак, у тебя, блядь, барак на 1000 хп живет третий или четвертый приход меня к тебе, давай... Нет, не на 1000 хп, это вранье. А на скольки? Гораздо больше, у него большую часть времени была треть, у него только сейчас стало 1000. Неправда. Ну, короче, ладно, не знаю, что-то я разочарован, если бы я потерял только мейн. Если бы я потерял только мейн, не потерял барак, это было бы нормально. Если бы я потерял барак и не потерял мейн, это было нормально. А в итоге какая-то полная хуйня получилась. А как ты видел, что ты потеряешь барак и поэтому не потеряешь мейн? Как ты видел ситуацию, где ты теряешь барак и не теряешь мейн? Да я не понимаю, почему мне надо было терять и то. Там оно просто, значит, Витёк считал, что не должен был терять барак, потому что он все перенаправил, а значит, барак не должен терять хп. Вот так не работает. Игра почему-то иногда просто говорит, комп хочет попушить барак. Ну ладно, видимо, комп все-таки выиграет. Я думаю, что компа здесь не скушает уже. Да, ну сейчас Макс просто без мейна останется, и у него короткая линия не защищена ничем. Да. Зачем мне остаться без мейна? Аномулуса пошли. О, ты уже один раз послал Аномулуса и остался без левого барака. Что произойдет, когда ты пошлёшь Аномулуса? Ну нет, давай так, я два раза послал Аномулуса и остался без левого барака. Хорошо, ты два раза послал Аномулуса и остался без левого барака, согласен. А, вот так легко потеряю? Понял. Там ты тоже не то чтобы особо сильно сложно потерял этот барак. Блин, ну в одиночку Аномалус вообще ни хрена не сделает, это скучно, да. Обидно. Ну ладно, забавно, что я отлетел буквально вот за там типа две минуты, в которые Макс меня два раза пошел огромной толпой. Но в целом справедливо.
14-20 стата героя. Понятно. Ну, на самом деле, тут в самом начале... Блядь, я почти успел Гешафта звать. В самом начале игры было понятно, что в самом сильном положении находится Ком. Потому что внизу Макс был... Ну, Макс... У Макса есть некоторые послабления, потому что это Макс. Сложно говорить, что Макс находится в самом сильном положении. Макс легко достаточно находится в самом сильном положении. Нет. Короче, ты не застал? Тут внизу был гном в этом месте. И он почти мгновенно потерял от меня барак и потерял мейн достаточно быстро. То есть он не успел апнуть мейн до третьего. Бывает. Вот. И я сразу понял, что для меня катка не будет легкой, потому что у меня по двум линиям будет идти красный. Вот. И единственная надежда была спушить Макса, но Макс не спушился. Макс выстоял. Исследование завершено. Макс выстоял. Причем реально Мишаня потерял левый барак, когда он послал один раз гуша и второй раз гуша. Ну нет, я сначала послал аномалоса, он умер, потом потерял барак, потом только второго аномалоса послал. И второй аномалос тоже умер и не вышел за пределы базы. Конечно, аномалосы. Блин, вот если бы компик допушил, вот гном мог оставить приятное наследство после себя, он оставлял ту бараку примерно там типа 300-400 хп. Но в итоге он его не допушил. И все. Ладно, давайте так сделаем. Блин, аномал еще от какого-то совсем небольшого количества юнитов отлетает. С позором. Аномалу-то много не надо. Непривередливый. Нетребовательный, даже скажу. Компик пропушил барак в итоге, хотя там два героя стояло. А у него все-таки гуш с героем. Не знаю, но... И герои все еще живы, это красиво. Когда герои... Они живы, они почти не битые. Но от компа реально как-то умеют инвестировать. А, еще Алакир жив, смотрите, какая красота. Алакир не умер. База умерла, Алакир жив. Забавно, да. Видимо, у него один из мышков остался здесь, а два жмышка пошли пушить базу. Да, так как жмышок выжил, а Лакир тоже. И оказалось, мы исследовали, что если два жмышка умерло, то третий автоматически не может превратиться в уша, или мы... Нет, не, это какое-то странное утверждение. Да-да. Ладно, это совсем было легко. Для меня тоже легко. Но катка закончилась у меня позитивно, так как Витёк не выиграл. Записали? Но ты сильно в этом постарался. Я думаю, что если бы я тебя спушил, я бы компа в итоге победил. Но... Я думаю, я тоже, если бы я тебя спушил, то я бы компа победил. Нет, ты меня спушил, компа не победил. Я тебя не спушил. Что такое я тебя спушил? Я тебе всю базу спушил? Ну ты меня лишил, ну, так-то. Так-то да. Нет, тебя убил Двар. Я добил Двар. А базу спушил все-таки мне ты. 14-20, хватит у него 30-20 тата по героям. Да. Ебать, у гнома early GPM топовый, конечно. 0-10, да. Интересно, чем это вызвано. Справедливо. Блин, Витёк, ну иметь ниже ресерч, чем у гнома, это позорище, честно. У меня ниже ресурс, чем у гнома. У гнома 35, у тебя 34 закатку. Ужас. Забавно.